Югорчане проверят умение управлять деньгами. Сегодня по всей России пройдет образовательная акция «Экономический диктант». В Югре официальной площадкой станет Югорский госуниверситет. Тестирование можно пройти и онлайн на сайте проекта. Здесь будет проверка знания терминов, методов и инструментов управления экономическими процессами. Умение их применять на практике. На выполнение заданий диктанта дается ровно час. Правильно ответив на все вопросы, можно получить 100 баллов. Участников, набравших более 80 пригласят на Всероссийский фестиваль экономической науки. Остальные могут получить сертификат участника. Отмечу, акция проводится во второй раз. В прошлом году диктант написали почти 60 тысяч человек.